Через сотрудничество с Белоруссией Украина выходит на отношения с таможенным союзом. Об этом заявил сегодня в Минске первый вице-премьер Украины. В Национальной библиотеке состоялось заседание межправительственной белорусско-украинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Беларусь и Украина в нынешнем году планируют достичь товарооборот в 7-8 миллиардов долларов. По итогам заседания стороны подписали документы о сотрудничестве. Украина сегодня в тройке стратегических партнеров Беларуси в торговле после России и Китая. Одним из новых направлений должно стать создание совместных предприятий по производству продукции, укрепление кооперативных и кооперационных связей. Речь шла и о сотрудничестве в области фармацевтики. К слову, белорусские и украинские товары сегодня идут беспрепятственно. Все противоречия сняты. Мы обозначили новые темы или те темы, которые требуют определенного решения, которые позволят нам вот сохранить этот темп и уже в следующем году выйти на не менее 7 миллиардов товарооборот. Небольшие эти вопросы по поставкам белорусской мясомолочной продукции на украинский рынок и по поставкам пива украинского в Беларуси. Мы очень быстро в течение месяца нашли взаимоприемлемые, так сказать, решения и сегодня констатировали, что и одна, и вторая продукция пошла на рынки, соответственно, Украины и Беларуси. И сегодня и это немаленькое. Шероховатость устранена, и мы успешно работаем. Беларусь предложила Украине создавать крупные производственные кластеры. Конкретные проекты белорусско-украинского сотрудничества обсудили сегодня первый вице-премьер Украины Валерий Хорошковский и премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Стороны давно обсуждают возможность создания совместных компаний, в том числе в области сельхозмашиностроения. В Украине сегодня функционируют более сотни белорусских структур товаропроводящей сети. Двум странам пора переходить от торгового к инвестиционному сотрудничеству. Нам, наверное, уже надо в большей степени идти от торгового сотрудничества к инвестиционному сотрудничеству. Действительно, потенциал высокий, и нам надо всячески его использовать для того, чтобы решать и наши совместные, и каждый национальные свои, значит, задачи. Мы выступаем вообще, в принципе, за добросовестную конкуренцию.